Добрый день, друзья! С вами Ольга на своем канале «Столовые развлечения». Сегодня 6 июля. Вот, наконец-то, наш экспериментальный помидор Любаша начал краснеть. Вон он весь усыпан помидорками. Вот такой вот красавчик. Вот он. Считается ультраранний. Но учитывая, что было очень холодно, что минусовые температуры держались очень-очень долго, вот сегодня помидор Любаша наконец-то покраснел. Сразу несколько штучек. Вот он весь усыпан, еще раз покажу. Есть красные помидорки. Сейчас для эксперимента вот этот вот помидорчик сорвем. Пойдем взвесим его на наших весах. Вот согласно данным производителя, помидор должен быть 120-140 грамм. Сейчас посмотрим, какой наш помидорчик. Наш помидорчик Любаша. Так. Смотрим. 116 грамм. Ну что ж, неплохо. Вот такой помидор Любаша. 116 грамм. Ну все, всего доброго. Эксперимент по помидору Любаша закончен. Еще раз, последний раз снимаю его. Вот так вот все листики мы обрывали с вами. Пасынки оставляли. Поэтому он весь-весь-весь у нас усыпан помидорками. Вот он. Помидор Любаша. Вот он. Красненькие помидорчики висят. Вон красные висят. Всего доброго вам. С вами была Ольга на своем канале «Садовые развлечения». Всем до скорых встреч!